Сегодня, 28 сентября, под руководством главы района состоялось совещание по вопросам организации и осуществления призыва граждан на военную службу осенью 2022 года. В совещании приняли участие председатели и члены призывной комиссии, представители здравоохранения и правоохранительных органов района, главы сельских поселений. В ходе встречи военный комиссар по Гиагинскому и Кашхабльскому районам Вячеслав Журавлев проинформировал присутствующих об итогах предыдущей призывной кампании и рассказал о планах на предстоящий осенний призыв. Информирую вас, что на основании указа президента Российской Федерации 31 марта 2022 года на 167 стране правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года 163 об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Кашхабльском районе проведен призыв граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу весной 2022 года. Призыв граждан на военную службу проводился в соответствии с федеральным законом номер 53 ФЗ о воинской обязанности военной службы. В соответствии с распоряжением главы Республики Адыгея 25 марта 2022 года номер 60 РГ была создана призывная комиссия Кашхабльского района. Ее работа осуществлялась в соответствии с утвержденным графиком и планом. Работа призывного пункта организована в соответствии с подходящим документом. Происшествия и грубых нарушений в ходе призыва граждан военной службы не зафиксировано. Норма призыва, установлена военным комиссариатом Республики Адыгея, выполнена на 100%. О результатах взаимодействия межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске с военным комиссариатом Гиагинского и Кашхабльского районов, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности весной текущего года и мерах по ее совершенствованию доложил заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске Руслан Хуажев. Взаимодействие с районным военным комиссариатом осуществляется в соответствии с требованиями совместного приказа Минобороны Российской Федерации и МВД Российской Федерации в целях исполнения требований данного приказа в вопросах организации взаимодействия с военным комиссариатом ежегодно согласовывается план совместных действий, который утверждается, то есть по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. В рамках рабочего взаимодействия к нам в межмуниципальный отдел МВД России Кашхабльске из районного военного комиссариата систематически поступают обращения из районного военного комиссариата, как я уже сказал, с целью оповещения граждан, которые уклоняются от военного призыва. Все эти обращения обрабатываются в полном объеме. Наработанный материал зачастую передается нарочно работникам военного комиссариата в целях исключения их утери. Зачетным докладом выступила и врач, руководящая работой по медицинскому освидетельствованию Наталья Потокова. Работа медицинской комиссии в ходе призыва весной 2022 года организована на удовлетворительном уровне. Совместно с главным врачом ГБУ с Кашхабльской ЦРБ принимались меры по устранению выявленных нарушений в работе и недопущению их впредь, согласованию вопросов своевременной госпитализации в лечебные учреждения призывников, направленных на дополнительное обследование. Подводя итоги совещания, глава района призвал ответственных лиц за проведение призывной кампании усилить контроль над проведением хода призыва на военную службу. Уважаемые коллеги, уверен, что решение поставленных задач вам ключом. Это не только гражданский, но и человеческий долг каждого из вас, от кого в прямом смысле зависит грамотная комплектация воинских подразделений, а значит и боеспособность вооруженных сил Российской Федерации.